Алло, ну что вы там, Таню в школу собираете? Да, мам, мы на следующей неделе на ярмарку поедем. Портфель посмотрим и форму спортивную. Портфель не надо, я купила уже. Купила уже? Да, обычно говорят спасибо. Я из кожи вон лезу, чтобы ребенка к школе собрать. Никакой благодарности. Спасибо, она просто хотела портфель с Барби из новой коллекции. Да ты что? Слушай, раз такое дело, я, наверное, вообще в следующий раз покупать ничего не буду. Почему ты просто не поинтересовалась у Тани, что она хочет? Ну, выбрали бы вместе. Она у нас что, премьер-министр? Или уже советник депутата, что я еще интересоваться должна? Вырастет, заработает, пусть покупает, что хочет. А пока надо приучать, что родители будут решать, с чем она пойдет в школу, а не потакать ее хотелкам. Мам, давай мы, наверное, в этот раз сами портфель купим. Ну а твой на следующий год оставим. Значит, больше от меня ни на какие подарки не рассчитывай. Ни на какой праздник. Посмотри.